Отдых на белом песке. На центральный пляж Кореневского карьера по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева завезли кварцевый песок. Подробнее в сюжете. Почти 500 тонн белого кварцевого песка уже лежит на берегу карьера. Рабочие обустроили площадку для пляжного волейбола, футбола и детскую зону отдыха. Планируем, что окончательная цифра будет 750 тонн. Мы как только начали раскидывать песок, несколько семей попросили сохранить хотя бы одну кучу песка, для того, чтобы дети играли. Сразу обратили внимание, как только песок начали завозить, дети больше времени даже проводили не в воде, как это они любят, а как раз ковырялись в кучах песка. На центральном пляже установили камеры видеонаблюдения, скамейки и раздевалки. Отдыхающие могут арендовать катамараны, лодки и доски для сапсерфинга. Погода самая то для того, чтобы отдыхать, как-то набираться сил, чтобы люди могли как-то отдохнуть. Значит, принято решение здесь вот подсыпать таким хорошим песком, очень мелкая фракция, по сути такой южный вариант, и то на югах не всегда такой песок бывает, чаще галька. До 10 июля на берегу установят надувные аттракционы, 20 лежаков и беседки. Айтадж Чирагова, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.